У нас, как всегда, есть о чем поговорить, ну а сейчас ситуация в известной зоне в Идлибе, в Сирии, обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора. Her zaman olduğu gibi çok yoğun gündemimiz var. Kaldı ki son günlerde malum İdlib bölgesinde cereyan eden olaylar yüzünden gerçekten şahsi görüşmemizi gerektiren В начале нашей встречи я хочу еще раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии. Görüşmemize başlarken Suriye'de hayatlarını yitiren askerleriniz için bir kez daha taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Это гибель людей, это всегда большая трагедия. İnsanların ölümü, her insan ölümü bir trajedidir. К сожалению, как я уже говорил вам в телефонном разговоре, никто, и в том числе и сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения. Телефон görüşmemizde ifade ettiğim gibi hiçbir kimse Suriye askerlerinin dahil olmak üzere orada Türk askerlerin bulunduğunu bilmiyorlardı. За это время, к сожалению, и сирийские военнослужащие пострадали. Aynı dönem içerisinde Suriye askerlerinin de kayıpları olmuştur. Сирийской армии серьезные потери. Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Поэтому, конечно, нам нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного, а, не повторялось, и, б, чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся, я знаю, вы тоже, очень внимательно и дорожим этим. Tüm onlardan dolayı bir kere bu olayların tekrarlanmaması, ikincisi de bu gibi olayların her ikimizin de çok büyük önem verdiğimiz Rus-Türk ilişkilerine zarar vermemesi için gerçekten de şahsi görüşmemize ve tüm bu meseleleri teferruatlı bir şekilde görüşmemize ihtiyaç var. Как вы и просили, мы готовы начать вот так вот с глазу на глаз разговор, а потом при необходимости подключить наших коллег, которые вот слева и справа от нас здесь в зале находятся. Tabii Türkiye'de yapacaktık. Как известно, мы должны были в Турцию провести эту встречу. Sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla ilgili gelişmeler sebebiyle bu davetimizi burada gerçekleştiriyoruz. Но в связи с вашей работой по конституционным поправкам мы решили принять ваше приглашение приехать сюда. Tabii İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Несомненно, наша сегодняшняя встреча в связи с идлибскими переговорами имеет большое значение. Bölgede sıkıntı. Действительно, в регионе очень напряженная ситуация. Biliyorum ki şu anda dünyanın gözü burada. Я знаю, что весь мир устремил свои взгляды на сегодня сюда. Ve bugün buradan atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizde rahatlatacaktır. Я считаю, что сегодняшние наши предприятия, которые будут сегодняшние шаги и наши решения, правильные решения, несомненно, облегчат ситуацию. Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Между нашими странами мы как раз переживаем то время, когда наши отношения достигли пика. Gerek savunma sanayinde, gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Это несомненно касается и оборонной промышленности, и торговых отношений и так далее. Очень хорошие отношения с Азербайджаном. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Мы считаем, что и говорим, что нам необходимо продвинуться в этом направлении. Ve bunları tabii güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. И наша самая большая задача именно заключается в том, чтобы продвинуть и развивать это отношение. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. И считаю, что мы преуспеем в этом деле. Добро пожаловать.